творче. Я знаю, что особенно в последнее время вы публично выступаете только по-белорусски. Я сам из Украины, извините, белорусский не знаю язык. Міг би з вами українською говорити або польською, яку ви дуже добре знаєте. Но в редакції посоветовались і коллеги предложили, чтобы задавали вам вопросы по-русски, а вы, чтобы по-белорусски отвечали. Можем так? Так, безумовно, для меня нема проблем. И по-белорусски могу отказывать. Я володую русской мовой, разумею украинскую мову. Так что домовимся. Отче, вы служили в Витебской области во время Белорусской революции, на 10 суток за решетку попали, собственно, за то, что говорили правду о происходящем в Беларуси. Год назад вынужденно переехали в Польшу. Скажем прямо, для очень многих людей вы моральный авторитет. И поэтому я хочу спросить, как людям вести себя вот в ситуации, что делать, когда мы все являемся свидетелями и геноцида сегодня, и имеем дело, ну, по большому счету, с абсолютным злом. Я имею в виду Путин, Лукашенко, все эти халуи, которые их окружают и которые творят страшные вещи. Я завсёды имею такое переконание, что неважно, у каких живешь умовах, при каких обставинах, завсёды можно позаставаться человеком. И який бы ни был сегодня геноцид, як бы ни была страшная война, агрессия России относно Беларуси, относно Украины, все ж таки и у этих умовах человек повинен быть человеком. Я не закликаю быть героями кого-нибудь, да? Все ж таки героизм — это власный выбор человека. Але и в этом часе не треба робить просто один одному свинство. Ты не можешь оправдываться своим пристосованством, что сегодня працуешь на режим, сегодня ты силовик, только тому, что у тебя есть семья. И кажешь, ну, треба ж про семью думать, усім треба про семью думать. Кормить надо. Да, кормить надо. Это вот такие меркантильные, ну, импульсы и мета, яны просто выкликают деградацию у человека. А быть человеком, робить добро, позбегать зло. И это махчимо. Давайте вернемся в 2020 год, когда о вас писали многие СМИ, о ваших видеообращениях, когда вы, как я сказал, называете вещи своими именами. Вы до того, как начать, вы же взрослый человек, понимали, какими могут быть последствия, колебались? Говорить правду, не говорить ли лучше промолчать все ж таки? Я вельми рациональный человек. Я разумел, что отбывается, але разом с тем, как я кажу, треба позаставаться человеком. Коли я изъявляюся святаром, я не маю права сегодня промолчать. Шмат кто каже об тем, что праз молчание отбывается компрометация костела. Праз молчание святар так само компрометуется. Святар становится святаром не для того, как неким чином выжить, неким чином заховать свою деятельность, не. И он повинен быть слугой Божьим и правду обвещать в этом свете, незалежно от того, хочут ее чуть ти не. А тому, реально беручи, когда я распочал свою деятельность на YouTube-канале, это было на початку 2020 года, ну, я так само, хоть это еще был такой тихий час, бо с початком года еще мало что казала об тем, что будут вот такие порушения громадские у нашей країні. Вось, но але я уже тогда мерковал, что это махчима. И напередодні 2020 года своим глядачам, віншуючи их со святом Нового года, я казав, что приходит гэты час, калі бараніць свою годность людскую, придется не только словом, але махчима и силовым методом, махчима нават зброей. Конечно, тады было далеко от гэтых увогуле протестов, но але гэта было предказально, атмосфера была такая. Отче, вы прям предугадали мой следующий вопрос. Я хотел как раз у вас спросить, что вы думаете о вооруженном сопротивлении? Тут нема чего думать про то, ці допущально узброенный протест, ці не. Але у той час, калі перестаюць працаваць законы, і чалавек не можа абараніць свае фундаментальныя правы, сваю годнасць, абапіраючыся толькі на законы, то у той час паўстанне, як такое, становіцца абавязкам для ўсёй краіны, грамадства. Да таго ж, касцёл каталіцкі кажа аб тым, што пры пэўных умовах таксама узброены пратэст, ён апраўданы. Гэта маральна. Вось. І
Нема оправдания для тех, кто ведет войну агрессивную, але для тех, кто обороняется. Той, хто обороняє себе, свой дом, і он морально оправданий. Так само і у громадстві, коли нема можливості змінити ситуацію іншим чином, але тільки силовим методом, то і гэта так само магчыма. З тим, що, звісно, я кажу, що треба, каб виконаліся певні умови, коли просто інших варіантів уже нема. В Білорусі є інші варіанти? Ну, мы 2 года переконываемся, что нема інших варіантів. Треба просто оборонить себе, оборонить життё, годное життё такое, коли ты зможеш жить по закону. Тем не менее, вооруженное сопротивление предусматривает жертвы, предусматривает смерти. И тут кто-то из гуманистов мог бы вам сказать, а как же вы, священник, забываете о заповеди «не убий». Гуманістам, пацифістам, усім тих, хто тримається ось таких помилкових вучень, я скажу одно. Сьогодні, поглядіться, у Білорусі, ось сьогодні ми кажемо про те, що нема силового супротивлення, був мирний протест, а сьогодні не проливається кров, кров пролилася, людей забивали на камери. Чи сьогодні у білоруських тюрмах нема катування людей? Люди катуются. Катуют, насилуют, все, что да. хотят, делают. Самогубства повеличиваются. А это что такое? И это вы называете мирным шляхом, это вы называете вот, идеями пацифизма. Но у этого нема славы Божьей. Больше годно все ж таки спынить агрессора, спынить злочинцу, спынить вот этого ворога, который погрожает не только тебе, а и всей стране. Хоть в одном из интервью вы сказали, когда происходят страшные вещи, церковь не может и не имеет права стоять в стороне. Как вы оцениваете, я говорю сейчас о вашей церкви, католическая церковь, и в белорусской ситуации сейчас, во время войны в Украине? Костел, коли молчит, то он компрометуется. Костел не имеет права молчать. Была такая святая Эдита Штайн, которая жила у Немеччине. И вот, когда Гитлер пришел до улады, она писала письмо папу римскому, чему молчит костел, и потребовала, как костел выказался по поводу вот, повставшего зла у Немеччине. Вот. Ну и, безумовно, костел повинен выказываться с тем, что за все дается оговорка. Часом лепш некоторым иерархам промолчаць. Бо калі молчыш, компрометуешся, але калі выказываешся, да, і стаіш на баку зла, альбо гаворыш штосьці неадназначна, то тады тым большая ёсць компрометація. Ну, на жаль, мы сёння бачым шмат такіх праблем. На жаль, недапушальна ёсць таксама тое, што выказаўся не так давно папа Францішак, калі узгадываў пра теракт у Москве, калі загінула Дар'я Духіна. Гэта прафесіянальны прапагандыст, якая ў сваіх выказываннях будавала ідэалогію рускай імперыі. Яна казала «імперыя будзь». Яна не давала шансаў на права быць Беларусі, Украіне. Яна не дапускала гэтага. Да? Вось яна была тым, хто вайну ствараў. А пантыфі кажа, што гэта невінная ахвяра. Конечно, важно тут... еще, когда он это говорит? В день независимости Украины. Да, конечно. 24 августа он это сказал. Ну, это как пощечина вообще. Это помылка недаравальная. Я надеюсь, что прогучать слово «пробачение». Это значит, навод наратыв относно ахвяров с одного боку и другого боку. Наратыв повинен быть розный. Повинна розная риторика быць. Мы не можем казаць, что ахвяры ёсць с одного и другого боку. Не, мы повинны быць справядлівыя, мы повинны быць верныя Богу. И калі мы, беларусы, сёння гэта терпим, терпіць украінцы, конечно, ім такія словы балюча чуць. Гэтыя словы ёсць як падлівання алею у вогнішча. І гэта недаравальна. А таму лепш часам промаўчаць. Але з іншага боку маўчаць нельга. Отче, но... Давайте честно скажем, вы вспомнили про Вторую мировую войну и что католическая церковь тогда
не сделала то, что должна была бы сделать. Да, мы помним, что было и после Второй мировой войны, даже когда церковные иерархии католической церкви помогали нацистам уезжать в страны Латинской Америки, покрывали преступников, людей, ответственных за тысячи человеческих жертв. И сейчас, получается, католическая церковь, как организация выводов не сделала, потому что папа и история с Дугиной, и то, что вообще через горло ему не может пройти слово «война», кто в этой ситуации жертва, кто в этой ситуации агрессор. Он хочет поехать в Россию. Бачите, проблема узнятая вельми добрая, ну, вельми добра, что уздымаем эту проблему, пытание правильное. Але для объективности треба зазначить, что в 20-м стагодзе все ж таки папы, костёл, яны займали официально правильную позицию. Были выдадены некалькі документов, пару энциклик, супраць фашизму, нацизму, супраць этой идеологии, немецкого супраць фашизму, итальянского, вось, але былі і пару энцыклік супраць рэжыму камуністычных, супраць ідэалогіі камуністычнай. Аб этом труды Ян Павел II папа пісаў. Да, да, але і вось тут вось вельмі важна тое, што афіцыйна касцёл займаў пазіцыю супраць вучэнняў, яны бачылі памылку. А сёння чаго гэта не хапае нам, што касцёл яшчэ не заняў пазіцыю адносна ідэалогіі рускага міру. Гэта ідэалогія памылковая, яна вядзе да вайны, яна прыступная. Да, злачынная. І вось тут чаго тут не хапае мне, да? Прыватна можна думаць усё, што ты хочаце, да? Прыватна я як бы не забараняю ні епіскапам, ні папу любіць Пуціна, цалавацца, абдымацца, марыць пра гэта спатканне, гэта прыватная справа, да? Канешне, гэта як бы, ну, свінства, да? Але я не маю прэтэнзій, чалавек ёсць вольны, але касцёл павінен выпрацаваць адназначную пазіцыю. Мы маем Біблію, маем вось гэту скарб праўды, і абапіраючыся на гэта, мы павінны сказаць, што расійская ідэалогія рускага міру, яна ёсць памылковая, гэта, ну, гэта, ну, гэта ёсць зло. А чаму гэтага няма, гэта пытанне? Што чувствуеце вы, являясь часцю этой арганізацыі? Боль перадусім, таму што я касцёл люблю, я да яго прыналежу. Калі я касцёл крытыкую, чаму я это крытыкую? Таму што я ягоная частка, мне залежыць ты на тым, каб касцёл быў сапраўдным. Калі хтосьці спрабуе лабіраваць, калі хтосьці кажа аб тым, што ён марыць сустрэцца, паехаць у Расію і забывае ўвогуле пра існаванне Беларусі, калі тут терпіць людзі, канешне, у мяне ёсць боль перадусім. Незразуменне, як так? Як так? Якім правам хтосьці дае сабе дазвол не бачыць цярпенне укрыжаваную Беларусь сёння? Якім правам? Чаму садзяць святароў у Беларусі і ўсе маўчаць? Чаму я не магу вярнуцца на Беларусь? Чаму забіваюць людзей, на камеру расстрэльваюць людзей і у Беларусі? І пры гэтым высокія іерархі маюць вельмі сяброўскія адносіны. Я не ведаю. Я хачу чуць тлумачэнне. Гэта не я павінен тлумачыцца. Я не раблю нічога кепскага. У мяне так, не. А той, хто будуць у касцёле каталіцкім, замест словаў прапаведавання выкарыстоўвае словы палітычныя, ну, з'яўляецца палітыкам, то нехай той тлумачыцца. Что делать тем, у кого опустились руки? И после 20-го года люди, которые были очень позитивно настроены, верили в победу. Ну, треба шукать такие опирыши, на чем можно абапирацца. Нельга расчароўвацца, нельга падавацца депрэсіі. Жыццё далей працягваецца, барацьба не спынілася. І трэба шукаць тыя моманты, чым можна ўзмацавацца. Для кожнага з нас, канешне, для веруючага, ўмацаваннем ёсць Господ, наша вера. Але для кожнага чалавека, які не верыць у Бога, ўзмацаваннем ёсць таксама гісторыя. Трэба вучыцца нам, беларусам, гісторыі беларускай, пазнаваць, наколькі яна багатая, наколькі яна трывалая, глядзець на тыя падзеі, якія адбываюцца сёння з перспектывы тысячагадовай гісторыі Беларусі, і тады прыходзіць супакой. Разумееш, што ўсё ідзе ў добрым кірунку, Беларусь будзе вольнай.
Главная проблема белорусов, что это? Мне подается все ж таки головная проблема сегодня, то есть, что шмат кто из белорусов отмовляются думать. Нема у большинства людей причинно-выниковой сувязи у мыслений. Это означает то, что человек бачит подеи, бачит полные феномены социального життя, але не бачит причину, чому отбываются те альбо иншие процессы. И человек, в принципе, не хочет думать. И вот, когда человек отмовляется думать, тогда он становится вельми легкой ахвярой пропаганды, якая накладывая пэўные схемы мыслення, человек не думаючы падаецца тому, что яму кажа тэлебачанне. И ўсё, тады нема ніякага выхаду, нема ніякага магчымасці, нема просто вырвацца з гэтага кола хлусні, гвалту. А як навучыцца думаць, як мы, беларусы, будзем вучыцца думаць, и выбудовывать причинно-выниковые сувязи в этих процессах, в яких мы живем, то тогда убачим и выход у этой ситуации. Отче, я даже не сомневаюсь в том, что вот это вот интервью с вами будут смотреть в том числе люди, которые работают на режим Лукашенко, являются его частью. Что вам хочется им сказать? Так само хотелось бы сказать. Почните думать. То, что вы сегодня режиму служите, и оправдывается это, что треба прожить, треба прокормить семью, треба неяк працавать, а что можно поменять? Вельми хутко все может поменяться у один момент. И я вот, хоть я еще не так богато прожил часу, я уже пережил этот момент. Я памятаю годы 80-е, когда был переслед религийный, когда был Советский Союз. Я был малым детем в школе. Я так само отчув этот переслед певный религийный, да? И вот я памятаю этих людей, которые вельми хутко поменялись. Вот они были в один момент атеисты, они были коммунисты, а потом раптом скок, и они сидят на первых лавах у костёля, да, католических. Такие, говорят, переобулись в воздухе. Да, вельми это хутко. И я переконаны, что у Беларуси так само такая ситуация может повториться. А тому лепш сёння почать думать и сёння зрабіць усё, насамрэч подумать про свою сям'ю, про самих сябе, каб завтра не трэба было грызці локці, а чаму я не падумаў. Падумай сёння, зрабі выбор сёння. Для Украины Россия сегодня враг. Для сегодняшнего цивилизованного мира, Запада, Россия враг. Для Беларуси Россия враг сегодня? Не только сёння, учора так само была ворогом. У 2020 годзе, калі ў Беларусі не змаглі адбыцца выборы у прэзідэнта, то гэта стало магчымым, што рэжым утрымаўся пры ўладзе пры падтрымцы Расіі. Гэта Расія падтрымала. І таму Расія ёсць ворагам. Ворагам вольнай Беларусі. Не толькі сёння. Беларусь была раней акупавана Расіяй, чым уварвалася на тэрыторыю Украины. Смотря на ситуацию, на то, что происходит сейчас, как вы думаете, к чему нам готовиться? Что будет дальше? Дальше будет хуже? Дальше будет лучше? Чего нам ожидать, на ваш взгляд? Я бачу то, что бачу. Ситуация развивается, стагнации нема. И что будет далей? Далей будет перемога. Добро повинно перемогчи. Украина повинна супрацьстаяць агрессору. Украина повинна перемогчи у этой войне, а международная супольность мая обовязок подтримать Украину, каб она могла оборонить свою территорию, свою незалежность. Але разом с тем мы разумеем, что это все выкликает еще больше конфликт. Але треба бояться не большего конфликта, треба бояться того, что мы у один момент хтось скажет, а давайте заморозим ситуацию, давайте спынем. Хтось скажет, что вось давайте не будем поставлять зброю Украине, и тогда спынется эта война. Это помылковое мышление. Если идти по такому принципу действовать, то она наоборот разольется дальше и выйдет за границы Украины. Ну да, але это все до того часу, кажут тые высокие авторитеты моральные, до того момента, покуль не погрожает им реальная небезпека. Як только почне погрожать им,
то тады яны загаворуюць па-іншаму. Так што ў гэтых словах, у гэтым вось наратыве, што спынім пастаўку зброі і спыніцца эта вайна, праўды няма. Гэта проста, ну, падман. Подманка гостей. Как белорусам освобождать своих политзаключенных? Что в этом контексте можно сегодня сделать? Ведь мы знаем, что сидит много лидеров оппозиции за решеткой. Мы про политвязню повинны заусёды думать. Мы не можем про их забыться. Треба их подтримывать разными шляхами. Треба писать им листы, треба давать им посылки, перадачы адпраўляць, гэта ўсё трэба рабіць, але гэтага мала. Трэба таксама, каб беларусы разумелі, што нельга палітвязнямі гандлівацца. Нельга пайсці на пэўныя уступкі з рэжымам, дамовіцца, што ну, вось, вы пазаставайцеся пры ўладзе, далей жывіце не па закону, толькі адпусціце некаторых вязняў. Рэжым хацеў бы праводзіць гэты гандаль. Мы бяром закладнікаў, сядаем людзей у турмы, а вы за тое, што здымаеце санкцыі, вось мы адпускаем людзей. Так не павінна быць. Спачатку павінны быць вызваленыя людзі, спачатку павінна таксама адбыцца правасуддзе адносна тых, хто злачынства рабіў, хто людзей біў, катаваў, завесці крымінальныя справы, а пасля ўжо казаць аб тым, што можна весці дыялог з тымі, хто сядзіць пры гэтай вось уладзе. Лукашэнка і Пуцін будуць гарэць в аду? Должны гарэць в аду за то, што яны тварят і тварілі? Ведаеце, ну, за тое, што робіць, то безумоўна, як бы, таму што, але ці будуць гэта іншае пытанне, таму што яны яшчэ жывуць, ёсць шанец пакаяцца, ёсць шанец жыццё памяняць, якія планы мае адносна іх Господь, не ведаю. Ведаю адно, што вось калі яны сёння выбіраюць без законня, то адназначна яны адварочваюцца ад Бога. Той, хто адварочваецца ад Бога, яму няма месца ў валадарстве Божым. Лукашэнка, будуючы ў рэжым у Беларусі, ён сказаў, што не да закону. І гэтая фраза вельмі моцная. Гэта чалавек праз такія словы выступае не толькі супраць правасуддзя законна, але супраць Господа, супраць Бога, бо даўцам законаў ёсць Господь. Калі ты кажаш, што не да закону, то значыць не да Бога. А калі чалавеку не да Бога, то як яму можна спадзявацца, што яму будзе месца ў валадарстве Божым? Спачатку павінна адбыцца пакаянне, і пасля ўжо толькі гаварыць на гэту тэму. Но пры всём пры этом, они ведь, вот, і Лукашэнка, і Пуцін так сябе вот этим вот, я бы это назвал церковными декорациями, да, окружают все праздники христианские, ходят, свечи зажигают. То есть для них церковь – это вот такая вот ширма, да, которая используется, власть, которая на самом деле далеко не от Бога, а от дьявола скорее, прикрывается божественными декорациями. Это ширма, это маска. Ну, и в этом мы бачим, что люди разумеют, тех, кто мае уладу и кто чинить незаконныя рэчы, што яны злачынцы, і таму яны хаваюцца за такімі шырмамі. Але Христос кажа, не кожны, хто кажа мне «Господі, Господі», атрымае валадарства Божае. А таму, нават калі ты прыходзіш у храм і ускалькаеш тут малітвы свае, гэта яшчэ не значыць, што ты атрымаеш валадарства Божае. А тым больш, калі ты проста выкарыстоўваеш касцёл, царкву інструментальна, толькі дзеля таго, каб прыкрыцца, альбо заігрываеш з рэлігійнымі дзеячамі, дзеля таго, каб нейкія дывідэнды свае ўласныя атрымаць, но гэта не ёсць маральнае жыццё. В 2020 году вы разместілі в інтэрнэце плакат «Стоп лукашызму» і, собственно, за это попалі на 10 суток за решетку. Я читал интервью ваше после того, как вышли, вы рассказывали о том, что ну, сносно к вам там относились. Тем не менее, хотел бы спросить, вот за этих 10 дней, которые вы там провели, что было самым сложным? Но самое тяжкое было тое, что ты не ведаешь, коли тебе выпустить. С одного боку ты отримал вырок суда,
10 сотняў арышту, а з іншага боку ты не ведаеш, якім чынам будзе гуляцца з табой рэжым, цябе выпусціць ці не. І да апошняга было невядома, ці я на свабоду выйду. І вось гэтая невядомасць, яна, канешне, найбольш чалавека напружывае. Хто былі вашымі сакамернікамі? Я сядзеў у камеры, дзе было 8 чалавек, амаль што заўсёды камера была занятая цалкам. Вось. Ну, а сукамернікі былі аўтарытэтныя людзі, так бы мовіць, якія большасць, палова з іх большасць свайго жыцця правялі ў турме, сядзелі за крымінальныя справы. Убійцы былі? Злачынцы. Ну, не хваліліся, што ты злачынца, але калі быў чалавек, які пражыўшы 54 гады, 27 гадоў сядзеў у турме, ну, то ўсё ж такі... Да, але ён таксама прызнаваў, што ён быў злачынцам. Вось, і ён не быў супраць таго, што ён сядзеў, таму што ён это разумеў, што гэта ёсць справядлівасць. Але разам з тым, адэкватнасці я знаходзіў больш у вачах сваіх сукамернікаў, чым у тых, хто нас ахоўваў. Больш адэкватнымі былі яны. Яны не маглі зразумець, чаму я сяджу разам з імі. Яны ведалі, хто яны. Яны ведалі свой жыццёвы вопыт. Яны ведалі, што яны ў мінулым злачынцы. Магчыма, сёння хтось з іх выпадкова трапіў, да? Але з мяне смяяліся. Таму што я сядзеў з тымі, хто вось напіўся, дэбашыраваў, пабіў сваю жонку, яго пасадзілі ў камеру. Я, які выказаўся публічна, што я супраць таталітарных рэжымаў, і я таксама сяджу ў камеры. Прычым вам, па-моему, там шылі прапаганду фашызму, да? Да, распаўсюд нацызму і фашызму, і калі я казаў сукамернікам, за што я сяджу, яны з мяне смяяліся, яны мне не верылі. Казалі, ксёнц, каліся, за што ты сядзіш? На самом ну, не деле. Можа быць такога, ну не можа быць такога. Ну, але калі яны ўсё ж такі пераконваліся ў тым, што я кажу праўду, яны казалі, да, будучыні не мае Беларусь, тут трэба штосьці рабіць. Бо яны разумелі, што няма ўжо законаў ніякіх на зоне, яны разумелі, што няма законаў на волі. Ніхто не ведаў, дзе лепш быць. Ці на зоне, ці на волі, беззаконні ўсюды аднолькавыя. Пачаму в 21-м году вы решылі выехаць? Што стала такой паследняй капляй, которая переполніла чашу? Я не хацеў выезжаць з Беларусі. Гэта быў змушаны выезд. Седзячы за кратамі ў 20-м годзе, я выйшаў, я далей прапаведаваў Слова Божае праз інтэрнэт, я далей вёў YouTube-канал. Да, мне час ад часу тэлефанавалі міліцыянты, пыталіся, ці я ішоў у Беларусі, здзіўляліся, яны думалі, што можа я выеду. Я знаходзіўся пад пэўнай прэсіяй на працягу паўгады, таму што следчы камітэт вёў справу, даследавалі матэрыялы майго YouTube-канала, сацыяльных сетак, рабілася экспертыза. Адным словам, увесь час у напружанні такім быў, што ў любы момант маглі мяне абвінаваціць у экстрэмізме, тэрарызме, ну і пасадзіць. Крымінальная пагроза была, да? Вось. Ну, але ў 21-м годзе, калі закончылі праверку следчы камітэт, раптоўна абласная прокуратура звярнула ўвагу на маю дзейнасць, і мне было агучана афіцыйнае папярэджанне з абласной прокуратуры у тым, што я там і тэрарыст, і экстрэміст, і рассейваю варожасць міжканфесійную, нацыянальную, там цэлае літанне там зачытывалася, у чым мяне абвінавачваюць, вось, і атрымаў папярэджанне прокурора. Але пасля гэтага я не выехаў. Я выехаў толькі тады, калі у адну нядзелю прыйшоў міліцыянт з наказам прокурора, каб зрабіць агляд у касцёле, у парафіяльным доме, там, дзе жыву, вось, у кожным з гэтых будынкаў, і каб пазабіраць кампутары, тэлефоны, усе гэтыя носьбіты электрычнай інфармацыі. Вось. Ну, але справа ў тым, што прокурор не быў здольны напісаць правільна свой загад, ён памыліўся ў адрасе, і яны не змаглі прыйсці дакладна вось там, дзе ёсць кампутары і тэлефоны, і таму я мог сваю тэхніку выехаць дзеля таго, каб
далей проповедовать. Я не вырашили зрабіць мне социальную смерть. Я не погодился. Я иногда думаю, может, это нам поможет в нашей борьбе, то, что они не только преступники, но и идиоты. Як ёсць. Сейчас часто можно увидеть вот этот вот конфликт между оставшимися и уехавшими, когда те, кто остались, говорят, хлебните нашего, вы не находитесь сейчас в стране, кто вы такие, чтобы нам рассказывать, как нам жить, как нам бороться и так далее. Как этот конфликт сгладить? Треба звернуть увагу на то, что белорусы вельми стомленные. Мы 2 года живем на таких высоких оборотах, когда эмоционально вельми все тяжко. Спочатку это выборы, фальсификации, после активная фаза войны. И увесь час отбывается пресса. И тут ничего дивного, что у некоторых из нас просто эмоционально сдают нервы, и мы переходим на резкие, острые слова. Але разом с тем, треба вось разуметь, что нами керує, и треба сбавить эти обороты, треба больше лагодно до себе подходить. Ну, да, с одного боку мы бачим, вот гэты раскол ментальный поміж тими, кто застався, и поміж тими, кто выехал. Потому что уже выпрацовывается тягом года, у некоторых 2 годов, інший досвід, іншая рэчаіснасць, мысленне так само іншае. Але мы не можем вестись вот аккурат на то, что коли інший досвід, то все, мы уже поделены. Не, мы повинны шукать то, что нас объединяет. Мы никаким правом не можем взаимно себе обвинувачивать. Ты, кто позастался, не могут обвинувачивать тех, кто выехал, а тех, кто выехал за то, что кто-то позастался. Коли кто-то хочет обвинувачивать, то тогда вот той, кто позастался, ты вот попробуй выйди, да? Покинь свою хату, свой дом, то, что ты будовал, все это нажитое, и выезд в чужую країну. А вот после уже оценивай. А той, кто выехал, коли такий смелый, вот так само вернися, а после уже обвинувачивай тих, кто позастався. Мы повинны быть больше толерантными один до одного, думать об тем, что мы можем зробить разом, ну и тогда перемога будет. В своей журналистской жизни я записал немало интервью с людьми, которые пережили концлагеря Второй мировой войны, Аушвиц-Биркенау, в Освенциме, Равенсбрюк и так далее. И, к сожалению, многие из них прямо говорили, что мы перестали верить в Бога после того, что мы там увидели, после всех этих переживаний, после всех этих ужасов. Часто звучала фраза: «А где был Бог, когда детей убивали, когда дети ни в чем не повинные гибли в газовых камерах?» И мне кажется, что сейчас вот настало время тоже, когда вновь, когда мы видели, что россияне делали в Буче, в Ирпене, что они сделали с Мариуполем, другими городами, тоже могут появиться люди, которые скажут: где был Бог, когда российские солдаты насиловали женщин, детей, убивали, расстреливали, пытали? Что бы вы сказали таким людям? Это доброе питание. Зло – это так само великая тайна, и нема простых отказов на такое питание, где есть Бог. Але я хочу звернуть увагу на то, на каком узровне находится наше человечество, когда все перекрутилось аж настолько, что сегодня человек спробует задать питание Господу: «Боже, где ты?» Коли памятаем про историю человечества, то на початку было иначе. На початку Бог пытался человека: «Адам, ты где?» Тады, коли Адам согрешил, тады, коли Адам зробил зло, коли он не робил добра, а зробил зло, и Бог пытается: «Адам, где ты?» В этом свете не Господь робит зло, это мы робим зло. Это не Господь с территории Беларуси запускал ракеты на территорию Украины. Только это российские солдаты это робили, а белорусское громадство в неким сенсе дозволило. Это мы маукливо даем сгоду, как отбывалось зло, как отбывалось та самая Буча. Это мы виноваты в этом. Безумовно, виновата русская армия, которая робила зверство на территории Украины.
але ўсё зло, якое ёсць у свеце, робіць канкрэтны чалавек. І Господь допускае зло дзеля таго, каб мы маглі праявіць сваю добрую волю і каб мы добром маглі зло перамагчы. Што вы думаеце о РПЦ, Рускай Праваслаўнай Цэркві? Ну, РПЦ сёння ў велізарнішым крызісе прабывае. Эта структура имеет что-то общее с Богом? Структура, тяжко тут отказаць, але иерархии РПЦ, якія стаяць на чале, конечно, не маюць нічого супольнага с християнством. Яны выбрали дорогу Иуды, дорогу здрады, дорогу зла. Насамрэч, у Евангелии немагчыма знайсці такие слова, якія апраўдалі агрэсіўную войну. И тому можно казать, что РПЦ пребывает в глубоком кризисе. Что будет потом с этой церквой? Велизарнейшее питание. С одного боку, признаем, что церква – это супольность, у якой есть Христос, и брамы пекельные не могут перемогчи церкву. Вось. Ну, а с другого боку, мы бачим, какое очищение потребует РПЦ сегодня. Я когда-то записывал отчее интервью с Филаретом, патриархом, на тот момент главой Украинской Православной Церкви Киевского, на тот момент патриархата, возглавлял он ее. И он хорошо знаком с Кириллом или полковником Гундяевым, КГБ, как его принято тоже называть. Я думаю, это очень точная формулировка, с которым они, Филарет и Кирилл, очень хорошо знакомы, что, правда, не виделись несколько десятилетий. Я спросил у Филарета, а что бы вы сказали Кириллу, если бы вы с ним встретились? И он мне после паузы ответил, я бы ему сказал, что Бог все-таки существует. Как вы думаете, Кирилл атеист, наверное, да, раз этот человек может спокойно благословлять на войны? Ну, с того, что мы бачим, когда апостол Якуб каже, вера без учинков мертвая есть, когда мы поглядим на учинки патриарха РПЦ, то мы не можем его обвинувать в том, что он есть верующий человек. Он демонстрирует своими учинками, что он атеист. Ну и на самом деле, бачите, тут есть вельми важный момент. Справа в том, что, как вы узгадали, шмат иерархов церкви православной в минулом были супрацовниками КГБ. В прошлом, а сейчас? А сегодня питание, на кого они працуют? Все они працуют на церкву Христовую, все они только працуют на то, как обслужить державный лад, режим, например, Путина. Это питание открытое, и на это питание нема отказу. Але есть отказ на одно питание, менавіта питание такое, а ці было покаяние? Покаяние то не было. Вот эти бывшие полковники КГБ, и они раптовно стали епископами православной церкви. А так не может быть. Треба разорвать перш со старым греховным життем, треба покаяться у им, а после уже можешь принять сан у церкви Христовой. А служить двум господарам и режиму, державной уладе и Богу это немагчыма. Так каже Христос. Вы использовали слово «покаяние» в контексте церкви. Должно ли иметь место покаяние в политической плоскости? Люди, которые, я говорю сейчас о публичных людях, которые работали, были частью режима Лукашенко, сейчас говорят, что они против, в оппозиции. Должно ли в случае публичных людей, политических деятелей тоже произойти вот такое вот публичное покаяние, как вы считаете? Я перакананы у тым, что покаяние усім нам аднолькава ёсць патрэбнае. Епископам православным, мне так само, политикам тым больш. Усім нам покаяние патрэбнае. И калі кажем про тыя процессы, якія адбываліся у Беларусі ў 2020 годзе, и калі кажем, что не было явнага поспеху, то я бачу причину акурат у тым, что не было жадання так насамрэч покаяться. Покаяться у тым, что грамадство беларускае тягом некалькіх десятков годов гэты режим будавала. Бачите, праз гэты суботники, праз тое, что выступали у БРСМ, праз тое, что адмаўляліся думать, про тое, что жили не по закону, а по загаду зверху. Гэта ўсё было будаванне режиму. И беларусам падалося,
А ну вось мы абудзіліся адной раніцы, на вуліцы выйдзем, скажам, хочам перамены, перамены адбудуцца. Перамены так не адбываюцца. Перш павінны быць асэнсаванне таго зла, у якім ты прымаў удзел. І калі ты называеш сёння палітыкам сябе, дэмакратам, прэтэндуеш быць тым, хто адчолівае нейкі пратэстны рух у Беларусі, заклікаеш да пераменаў, то ў першую чаргу ты павінен таксама, калі публічна прымаў удзел у будаванні рэжыму і беззаконня, ты павінен публічна пакаяцца ў гэтым і сказаць: «Я памыляўся, я ішоў неправільнай дарогай. Беларусы, мяне прабачце, Господзе, даруй і дазвольце мне паспрабаваць рабіць інакш». Вось калі будзе гэтае публічнае пакаянне тых публічных лідараў, якія рэжым будавалі, ну то ў той час і перамены могуць быць. І сёння, калі, канешне, грамадства беларускае зразумее, што галоўная наша віна не нейкі Лукашэнка, але той Лукашэнка, які сядзіць у галовах, то тады і перамены адбудуцца, тады і перамога дабра будзе. Трэба пакаянне, трэба сэнсаванне той сваёй сітуацыі, гэтага жыццёвага дна, дзеля таго, каб асягнуць поспех пасля. Інакш не бывае. Здесь, в центре Варшавы, вы правите службы на белорусском языке. Приходят белорусы, с которыми вы общаетесь, разговариваете. Что они вам рассказывают? Что вы чаще всего слышите? Какие настроения? Калі сустракаю тут беларусаў, то пры першым спатканні з кожным з тых, хто з Беларусі прыехаў сюды ў Польшу, я перадусім чую боль чалавека. Чалавек хоча падзяліцца сваім досведам, тым болем, які ён перажыў. І вось гэта чалавеку найбольш важна прадставіць. Пасля ён дзеліцца несправядлівасцю, якую ён дасведчыў. Дзеліцца тым, які пераслед ён цярпеў толькі за тое, што хацеў больш годнага жыцця, больш справядлівага жыцця. І чалавек вельмі часта пытаецца, чаму так адбываецца? Чаму? Які сэнс у гэтым усім? Які? Господь дапускае зло ў свеце. Ёсць зло дзеля таго, каб мы маглі праявіць сваю добрую волю, каб мы маглі супрацьстаўляцца гэтаму злу, каб мы маглі змагацца з гэтым злом, каб мы былі не змушаныя быць святымі, праведнымі, але каб мы былі здольныя бачыць зло, дабро, выбіраць дабро і гэтым дабром зло перамагчы. У гэтым ёсць сэнс існавання зла. Вы хацелі бы в Беларусь вернуцца? Безумоўна. Гэта мая мара. Тут няма нават ніякіх слоў. І як думаеце, прайзойдзёт это в абазрымым будучым? Я не ведаю, калі гэта адбудзецца. Я хачу вернуцца. Я выехаў з Беларусі не таму, што я хацеў Беларусь пакінуць. Я не бачу ў гэтым справядлівасці. Я не вінаваты перад народам беларускім. Я нічога не рабіў кепскага, але разам з тым я вымушана краіну пакінуў. Толькі дзеля таго, каб мець магчымасць далей прапаведаваць Божае слова. А таму я бачу несправядлівасць вялікую адносна мяне, адносна сотні тысяч тых мігрантаў, якія з Беларусі таксама уцяклі. Што бы вы ім сказалі, людзям, каторыя ўехалі, ведь многія не в 20-м, не в 21-м году уехали, а есть и те, которые 10 лет назад вынуждены были покинуть свой дом, не могут встретиться с родителями, пойти на могилу дедушки, бабушки. Что бы вы им сказали? Хотелось бы сказать, что терпевши столько, годов 10-20, некоторые выехали, правда, значительно ранее, треба еще крыху потерпеть, треба не опускать руки, треба браться за працу, трэба мяняць сваё мысленне, мысленне тых, хто з Беларусі таксама выехаў, беларусаў іншых, і разам мяняць нашае грамадства, нашую краіну і вяртанне на Беларусь магчымае. Я веру ў тое, што і Беларусь яшчэ чакаюць перамены. Хоць бы як бы не было вялікае тое зло, якое сёння ёсць, але ўсё ж такі перамога, дабра, яна магчымая.
Господь еще не сказал опошнего слова у истории Беларуси.